Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов. Так, новий вечір триває. Всі засоби, ресурси і резерви мають бути використані для протидії COVID-19. І зараз в цій годині ми будемо говорити, як до цієї справи підключився недержавний сектор. З нами на зв'язку Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої», волонтерка. Пані Леся, вітаю вас в ефірі. Да, добрий вечір. Вітаю вас. Ви знаєте, я бачив ваше інтерв'ю «Укрінформу». Ви там сказали, що розуміння того, на що все це перетвориться, ну, мається на увазі поширення вірусу, з'явилося ще минулої зими, і ще тоді ви вже активно до цього готувалися. Загалом, ви знаєте, я згадую минулу зиму, ну, принаймні в січні місяці, мало хто в світі взагалі розумів, що відбувається. За якими ознаками тоді ви розпізнали таку масштабну пандемію? Тут, скорее, вопрос был не в том, что мы могли распознать масштабы, которые накроют, Боже, сохрани. Просто было видно, что происходит в других странах, и было видно, что первое, что людям нужно, это дышать. И, между прочим, тогда, когда начинали говорить о том, что до зарезу нужны ИВЛы на всю страну много и на каждом шагу, наши друзья, которые за границей в разумных странах, говорили о том, что это не совсем ИВЛы, это нужна СИПАП-терапия. И мы не понимаем, о чем идет речь. Ну, слово СИПАП у нас тоже сильно знакомое в нашем обиходе, потому что мы все-таки занимаемся паллиативом. Вам доведеться розшифровувати все ж таки. Я певен, що не всі розуміють, що таке СИПАП. Ну, ни за что. Смотрите, на самом деле это не инвазивная вентиляция легких. Это когда аппарат не перебирает на себя функции легких, а помогает им расшириться. Это положительное давление в легких, которое создается извне, не мешая собственному вдоху и выдоху. Это так, если совсем коротко. То есть если наши легкие – это воздушный шарик, да, то это кто-то надувает этот шарик не целиком, а помогає самостоятельному диханню. Ви дуже образно це пояснили, абсолютно все зрозуміло. Чудненько. Поскольку ми раніше займалися паліативом і продовжуємо займатися паліативом, зараз просто цього ніхто не бачить за ковідом, да? Серед наших підопічних достатньо багато людей, які потребують кислородної підтримки, респіраторної підтримки, которым и нужны кислородные концентраторы, СИПАПы, БИПАПы, это еще один аппарат неинвазивной вентиляции легких. И нам это знакомо, нам это понятно, мы с этим работаем, любим, умеем, практикуем, да. Поэтому, когда стало понятно, что творится там, естественно, мы поняли, что здесь будет, если не такое же, то близко к этому, и что наша медицина рядом не стояла ни с европейской, ни с американской, ни с китайской, и у нас большие шансы оказаться в глубокой заднице. Это во-первых. И зная, как реагирует страна, в данном случае я имею в виду всю страну, на любое событие, а страна реагирует в первую очередь дефицитом, мы понимали, что сейчас у нас с рынка пропадут маски, конюли, фильтры для кислородных концентраторов, пульсоксиметры, маски для СИПАПов, контуры, влагообменники і все, і все вот это вот остальное. Так, вся ця номенклатура. Та, це, знаєте, це сильна фраза. Страна реагує дефіцитом. Я знаю, що була зустріч в офісі президента, куди запрошували волонтерів для того, щоб порадитись. Я так розумію, щоб не опинитись в тій самій дупі. Вас запрошували на цю зустріч? Ви там були присутні? Ні, мене не приглашали, але я би хотіла посмотреть на Храброва, який позове мене в цю адміністрацію президента. Так, а в чому проблема? Якщо все це треба вирішувати, є люди, які над цим працюють, слухайте, тут вже питання не амбіцій, а... Тут вопрос не моїх амбіцій, простите. Я просто чоловік крайне нездержаний,
ну вот прям крайне несдержанный. Поэтому если люди ведут себя как идиоты, я говорю им о том, что они идиоты. Мало кому это нравится, а приходить улыбаться и говорить спасибо, что позвали, давайте я вам посоветую, как вам спасти собственную задницу, это точно не про меня. Ну вот прям вообще. Да, там. Про меня это скорее, ребята, вы просрали, извините, пожалуйста, за эфир. Скажите ртом, что вы это сделали, что вам нужна помощь, не, ну и давайте думать, що... как это можно делать. Леся, ви ж розумієте, що це ніхто ніколи не визнає за жодних обставин. Та? Тому давайте ми з вами будемо міркувати тоді дуже швидко. Що не зробили, починаючи з березня місяця, але ми не лише будемо там, знаєте, конструктивно критикувати чи неконструктивно, та й говорити про те, що потрібно зараз зробити. Не сделали, в первую очередь, это не подготовили больницы. Времени было более чем достаточно. Тем не менее, больницы не подготовлены. И, к сожалению, сейчас все оказались в той ситуации, когда уже невозможно ничего оперативно решить, даже если очень хочется. В больницах надо делать централизованную разводку. Нельзя больницы наводнять концентраторами, как бы не хотелось решить вопрос быстро. Мы получим пожары, потому что не рассчитаны проводки. Мы получим фильтры, которые не меняются и превращают концентраторы в рассадники инфекции, катающиеся по больницам. Но как менять коммуникации в больницах, наполненных людьми, я не знаю. Как по мне, сейчас единственный разумный выход из этой ситуации действительно строить вот эти ковидные госпитали в больших помещениях, делать там нормальную коммуникацию, делать нормальную кислородную разводку, забирать туда ковидных пациентов и возвращать больницы в тот статус, в котором они были. У нас есть еще другие люди. Ви знаєте, теж я ставив це питання і політикам, в тому числі, і під час цих місцевих виборів також. А у мене склалося враження, що вони навіть не розуміють, про що йдеться. І говорять, що ми не Китай, який дозволив собі створення таких спеціалізованих просторів медичних. Ми з вами продовжимо цю розмову. Я прошу вас залишатися на зв'язку. З нами Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої». Новий вечір. Про протидію COVID-19 ми говоримо, і як до цього долучився недержавний сектор. З нами на зв'язку Леся Литвинова, волонтерка, голова благодійного фонду «Свої». Не секрет, що саме ось цей недержавний сектор, це волонтери і представники благодійних фондів, закуповують кисневі концентратори. І пані Лесі, Лесю, у вас яка кількість цих самих кисневих концентраторів? Який на них попит і чи всі вони зараз в ділі працюють? Значит, смотрите, у меня парк примерно около 140-150 кислородных концентраторов. Мне трудно сейчас сказать точно, но примерно в этих краях. Они на руках сейчас практически все. Вот сейчас у меня в офисе стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук, которые уедут сегодня новой почтой. И 3 штуки, за которыми приедут завтра утром. По мере того, как будут возвращаться те, которые уже не нужны пациентам, у меня будут появляться новые. Плюс мы оплатили и заказали еще порядка почти 200 штук, которые должны прийти до конца декабря. И в общей сложности это капля в море по сравнению з тим, що нужно в стране. Навіть важко сказати, от на вашому досвіді, на вашому прикладі, та скільки таких пристроїв потрібно країні, нашій медичній системі? Много. Ну, действительно много. Дело в том, что из-за того, что система не справляется с пациентами в стационаре, многие оказываются дома. И эти аппараты, в первую очередь, я еще раз подчеркиваю, нужны для домашнего использования. Из-за того, что поздно подключают к кислороду, поздно начинают CPAP-терапию, те пациенты, которые могли бы обойтись
малой кровью выходят из больниц инвалидами с масштабными фиброзными повреждениями и кислородозависимыми. У меня полным-полно выписок из больниц, в которых написано, пациент выписывается с сатурацией 50-60, требует кислородной поддержки на постоянной основе. Тобто, пані Леся, тобто людина, навіть якщо вона виживає, це доволі тяжкі випадки, вона отримує значні пошкодження, тому що да. просто не було кисневого концентратора. Я да. вас правильно да. розумію? Ви мене абсолютно правильно розумієте, і цього всього можна було избежать. Нет, не во всіх случаях. Да, є пацієнти, які переносять тяжело по причині особливостей здоров'я. Но в очень многих случаях можно было этого всего избежать. Это неправильно работающий алгоритм. Это нехватка людей, это нехватка аппаратуры, это нехватка кислорода, это непонимание правильных маршрутов, это неправильно принятые решения. А знаєте, ми будемо розгрібати ці последствия очень-очень довго. І знаєте, от в цьому ланцюжку, який ви зараз озвучили, є логістика, є неправильно прийняті рішення, не прозвучало слово «брак грошей», що грошей немає, що для нас загалом традиційно, але я так розумію, що гроші є, просто було прийнято неправильні рішення. Да, деньги есть, деньги выделены были большие, деньги тратились куда угодно, только не туда, куда нужно. Те деньги, которые сейчас с помпой выделились на регионы, на решение кислородной проблемы, не будут использованы. Чему? Я готова с вами поспорить на парочку кислородных концентраторов, они мне не помешают, когда вы мне их проспорите. А вы азартная людина, слухайте. Я очень. А чому вони не будуть використані? Потому что они переводятся в бюджеты. Это не нал в руки, за которые можно решить оперативно задачу. Это должны быть проведены тендеры, определены победители. Это должно быть принято решение, что именно сделать. Если это кислородная разводка, ее надо строить. Если это кислородные концентраторы, это надо найти покупателя, вернее продавца, это нужно их привезти, они не лежат на полке в магазине, они завозятся под заказ, особенно большие партии. Это нужно поменять проводку в больнице, а возможно и подстанцию в больнице, для того, чтобы не было проблем с электричеством. А соответственно, нужно сделать проект, провести его через, как у нас эти злые люди, электрики называются. Это масса согласований. Какое у нас число на дворе? Сколько у нас осталось до Нового года? Да, ну, совсем не багато. Парнем, что деньги вернутся в бюджет? Повернуться на рахунки державного казначейства, оскільки не будуть використані. До речі, світова, ну а в дужках треба читати, китайська економіка встигає виробляти ці самі кисневі концентратори. У вас є де купувати? Да, у меня есть где покупать, и при условии частичной предоплаты, меня даже не просят 100%, некоторые поставщики согласны на 10%, 2-3, максимум 4 недели мне их привозят. И у вас, насколько я знаю, навіть такі пільгові ціни, правда? Да, правда. Там. Правда. А наскільки зараз активно люди, компанії, бізнес жертвують гроші на все це обладнання, кисневе в тому числі? Жертвують. Либо жертвують напрямую, либо вот у нас був совершенно прекрасний, неожиданный для нас случай, коли люди попросили контакти наших поставщиков для того, щоб купити на фірму себе. Крупная достаточно фирма для сотрудников, а через некоторое время позвонили и сказали, ну, мы купили себе, и тут еще вам, заедьте, заберите. Такое тоже бывает. Вчера приходил какой-то молодой человек, которого я не успела идентифицировать, кто он такой, тоже принес пару аппаратов, сказал, мы тут себе покупали, решили с вами поделиться. Ось це те, що називається волонтерським рухом. І у мене, на жаль, до вас взагалі останнє питання, але дуже коротко. Ті, кого називають волонтерами або представники благодійних фондів, які уявляють собі, розуміють, ну, зокрема, і там і логістику, і що потрібно робити. Як ви вважаєте, змогли б провести медичну реформу в країні?
Вы спрашиваете о том, могли ли бы мы провести медицинскую реформу, или мы, или вы спрашиваете мнение неприбыльного сектора, возможно ли она в принципе в стране? Ну, а вы як відповідаєте? Я считаю, что в принципе в стране она возможна, но для этого нужно не только усилия небольшого количества людей, готовых положить время и силы на проведение реформы. К сожалению, нужно, чтобы хотели на всех этапах. У нас слишком закостенелая, слишком заскорузлая вся система. На всех этапах, Леся, на всех этапах и на всех рівнях. Дякую дуже. Да. Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої», з нами була на зв'язку. Ми з вами зустрічаємось і продовжимо тему вже за кілька хвилин.